Так, до холма 150 метров он уехал. Так, бобер, он скрылся чуть за холм. Позиция здесь просто ужаснейшая, он может нас трахнуть просто как нехуй делать. Причем сам за елку. Бобер говорит, что выезжает обратно на дорогу. Густавы, готовьте. И АТ-4 готовьте тоже. Если кто-то один не попадет, то второй сразу жахайте за ним последующий. Напоминаю, пейджап, пейдждаун — это изменение зеринга. Позиция 150 метров. Хочешь, Жак, первым стреляй. То я и так. Я никогда жахну. Не стрелял из этой штуки и не знаю даже, как целиться. Я тоже из Карла Густова ни разу не стрелял до этого. С этой штуки. Он едет. И нажми на нампаде наклонную черту. Там хуйня уберется кое-какая. Впереди его еще, если он не заряжен. К фонарю подъезжает. Да, Кричер, иди ко мне. Ну, я вижу, сколько становится? 280 метров, 280 метров, едет дальше, очень медленно. Кричер, у тебя хороший шанс сейчас есть. Так, Black Blast. Клир. Промазал, перелет, промазал. Перелет. Видим. Кто-нибудь трахайте его, пожалуйста, трахните его. 300 метров, 300 метров. Попал. Крю аут, ебашьте еще один. Найс. Nice. Хорошо, раненые, отходите назад, все остальные. Раскладывайте пулемет и ебашьте в этот, блять, вот туда, вот в эти кусты. Так, стой. Подожди. Я лечу. Так, то, что смог, починил. Теперь ебашьте по любым пикселям, которые вы только видите. А так ты на 200. 215, 200, да. Да, вот так вот в хорошую линию, вот так вот лежим и шмаляем. Да вроде всех перешмаляли.